Завтра, 13 мая, открывается навигация по водоемам Севера Республики. На юге Карелии она уже открыта. МЧС Карелии напоминает нам о мерах безопасности на воде. Только с начала года жертвами большой воды стали 8 человек. Еще четверых ищут до сих пор. При эксплуатации маломерных судах, это без жилетов, соответственно, люди находились на маломерных судах, где-то пренебрегли правила пользования маломерными судами, это могли вдвоем на один борт стать, в итоге кто-то оказался в воде, что также привело к летальному исходу, поэтому жители Республики Карелия и гостей нашего республики хочется предупредить, что необходимо все-таки, наверное, соблюдать меры безопасности на воде. Основной мерой безопасности на воде был и остается спасательный жилет, но важно помнить, что он спасет вашу жизнь только если будет на вас надет. Он не стесняет движений и при этом не даст вам попасть в печальную статистику.